Мы продолжаем цикл передач, в которых Михаил Гурьевич представляет разные аспекты сомнологии, науки о сне. Может быть, все-таки электросон существует. Я лег в 22 часа, да, я встал в 7 часов. Ну, вообще-то это я сама могу. Да, эти приборы могут позволять действительно помогать врачу принимать решение о причинах бессонницы, например, у данного человека. То есть никаких вот этих глупостей, там, ночью просматривать ленту соцсетей, смотреть кино в постели с iPad, вот этого там нет. Причем здесь гаджеты, возникает вопрос. Есть цикличность сна, ну и что из этого? Любой нейрофизиолог и сомнолог, конечно, скажет, что альфа-ритм – это ритм бодрствования. Ритмом бодрствования никого усыпить нельзя. Тревожные и мрачные мысли в определенные часы. Ну, да. Это гиперактивация. Это называется церебральная гиперактивация. Да. Значит, не получишь импульс, не поспишь. Так получается, в общем, да? Кратковременный дневной сон улучшает когнитивные функции, и это должно быть выгодно работодателю.